24 августа в Абхазию с рабочим визитом во главе с министром иностранных дел прибыла делегация Сирийской Арабской Республики. 25 августа был подписан меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. До начала встречи делегации двух стран возложили цветы у мемориала погибшим в столичном парке Славы. Далее делегации отправились в село Нижняя Шера, где почтили память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Перед самым началом встречи делегации почтили память генерала Уалида Маршан, памятник которому установлен во дворе здания Государственного комитета по репатриации. Далее главы внешнеполитических ведомств Абхазии и Сирии провели встречу в медиацентре МИД Абхазии. Министр Инал Ардзинба, приветствуя гостей, отметил, что в рамках диалога будет обсужден широкий спектр вопросов. Сегодня у нас достаточно насыщенная повестка. Планируется сегодня подписание меморандума о политических консультациях между нашими министерствами. Это документ, над которым мы вместе с вами работали последние месяцы, и которые определит контуры и механизмы нашего взаимодействия на ближайшую перспективу. И самое главное, наверное, что мы объединяем усилия, активизируем усилия с точки зрения расширения наших с вами контактов со странами Ближнего Востока, да и вообще в целом глобально. Также, господин министр, мы вчера с вами обсудили и обозначили круг государств, с которыми есть потенциал для активизации диалога. И мы рассчитываем на то, что меморандум, который мы подпишем, и механизмы взаимодействия, которые мы создаем, позволят нам активизировать наш диалог с этими важными партнерами, с этими важными государствами. В свою очередь, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Мигдад отметил высокий уровень приема делегации и подчеркнул готовность САР развивать сотрудничество с Абхазией в разных направлениях. Благодарю вас, господин министр, за все, что вы проделали работу до сей минуты. И нет никаких сомнений в том, что мы будем проводить прекрасные визит в Республике Абхазии. Хочу поблагодарить заместителя министра и посла Абхазии в Сирийской Арабской Республике за прекрасную организацию данной визит. Я хочу сказать о том, что они проделали прекрасную работу для осуществления данного визита. И я думаю, что будет успешным. Сирийский дипломат подчеркнул, что признание независимости Абхазии было не случайным. За независимость сложили головы достойные сыновья Абхазии. Сирийско-абхазские отношения имеют исторические корни, отметил Мигдад. Очень много наших героев родом из Абхазии. Они в свое время защищали Сирию от французских оккупантов, отметил министр. Я думаю, что наши отношения более исторические. И для меня честь упоминать сегодня сирийский, абхазский гражданин, великий гражданин, который считается для нас примером в объединении отношений между двумя народами, это господин Валида Абаза. Поэтому на самом деле нам необходимо двигаться по стопам этих великих людей, которые они создали почву для общественной объединение между двумя народами и в конечном итоге для того, чтобы построили экономические торговые отношения. Затем был подписан меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. Подпись под документом поставили министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и его коллега Сирийской Арабской Республики Фейсал Мигдад. После подписания стороны прокомментировали меморандум. Глава абхазского МИД Инал Ардзинба отметил, что документ определит контуры нашего взаимодействия на ближайшую перспективу. И самое главное – объединение усилий с точки зрения расширения наших контактов со странами Ближнего Востока. Какова главная цель и ключевая задача этого меморандума? Он определяет механизм впервые нашего абхазо-сирийского взаимодействия с точки зрения нашей работы
глобальном контексте. Мы объединяем усилия с точки зрения нашей работы на Ближнем Востоке, с точки зрения установления, активизации наших контактов с дружественными государствами, ну, не только на Ближнем Востоке, но и в целом глобально. Кроме того, мы с господином министром сегодня приняли совместное заявление, в рамках которого подчеркнули основные наши принципиальные позиции по отношению к международной ситуации и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия. Наши страны поддерживают проведение специальной военной операции на территории Украины. Мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы считаем, что эта специальная военная операция имеет глобальное значение и будет способствовать формированию более справедливого миропорядка, где народы не ущемлены, а имеют право определять свое будущее и развиваться так, как они хотят, где уважают права народов, национальную культуру, самобытность и историческую судьбу каждого народа. После официальной части встречи абхазская и сирийская стороны обменялись памятными подарками. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Торник Амичба, Абазатовая.